Час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиш у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Исключено. Да, это невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулисы, то, что там происходит, такой, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас. Настоящая весна на улице, и в гостях у нас солнечная, жизнерадостная Анастасия Лебедянцева. Настя, привет. Лена, здравствуй. Здравствуйте. И Анастасия знакома нашим слушателям, когда мы с ней играли, выступали в церкви Святого Павла, затем в Англиканской церкви очень много, и у нее были партии в Латвийском оперном театре, она выступала в партии Керубина, свадьба Фигаро Моцарта, и тогда у нее было еще меццо-сопрано. Но вот кто чем занимается в пандемии, а Анастасия занимается, можно так сказать, переделкой своего голоса. И сейчас она полноценная сопрано. Настя, когда начала переквалифицироваться? Начала достаточно давно этот процесс, вот с последним своим нынешним педагогом. Ну, наверное, она сразу мне не стала говорить, что все-таки это сопрано, Настя. Вела очень аккуратно меня. И, в принципе, где-то, наверное, полгода уже точно назад я поняла, что все-таки я сопрано, я стала это чувствовать как никогда. И тот репертуар, который мы с ней взяли, он очень под мой голос хорошо лег. Ну, ты, мне кажется, больше, чем полгода, потому что, когда мы играли с тобой концерт в Англиканской церкви, тебе уже был низок тот репертуар, который мы исполняли по старинке, как меццо-сопрано. То есть мы хотя взяли почти полностью меццо-сопрановый репертуар, там партия Лели из Римского-Корского, но тем не менее ты уже чувствовала, что тебе дискомфортно в том репертуаре. Да, я чувствовала, но еще так, знаешь, официально как бы я не себя еще таковой не называла и еще, в общем-то, продолжала допевать, если можно так сказать, концерты и программы еще в старом своем голосе. В прошлом, вот. Но сейчас уже, вот, в принципе, ну да, наверное, все-таки больше полугода, ты права. Расскажи нашим слушателям, чем отличается сопрано от меццо-сопрано? Ну, во-первых, отличается диапазоном, то есть его расположением. Какая тех, верхняя нота? Рабочим диапазоном, то есть расположением тех нот, которые в основном входят в арии, да, которые написаны. Ну, как и обычные верхние ноты также, в сопрано? Конечно же, тембром, потому что сопрано должно обладать очень густой краской, очень плотным голосом, плотным звуком, с хорошим нижним регистром. И понятно, что, скажем, какие-то супервысокие ноты меццо-сопрано не сможет брать часто, и вария. Конечно, есть верха, но их не так много, как у сопрано, у того же самого лирического. Вот. И, конечно, тесситурно произведение написано ниже, чем произведение для сопрано. И, ну, прежде всего, это краска. Для людей, которые не разбираются в, скажем, в тесситурах, в октавах, в нотах, для них всегда меццо-сопрано, всегда это отличительная особенность, это краска голоса, наполнение этого голоса. Объясни, почему чаще всего сопрано – такие пышные женщины с большим бюстом, а меццо-сопрано чаще всего как раз такие достаточно хрупкие барышни, которые исполняют роль травести, да, то есть, ну, вот, если посмотреть, то вот есть такая закономерность. Ну, травести роль – это вообще совершенно особая статья, это, мне кажется, это уже такое, как можно сказать, музыкальное предназначение оперное, то есть это, в принципе, особенность телосложения певицы учитывается прежде всего, то есть не может быть Керубина… Мальчик-мальчик Керубины, да. Или Савиана, конечно, на 100 килограмм. Стараются всегда режиссеры подбирать певиц
в нужной форме, так сказать, физической. Mm-hmm. А насчет пышного бюста, как ты выразилась, насчет каких-то пышных форм, на самом деле это уже немножечко, на мой взгляд, отходит в прошлое. Сейчас вообще тенденция такая к красивому подтянутому телу, и на это очень сильно обращают внимание в театрах, потому что никто не будет перешивать очень сильно и активно костюмы под певицу, которая, скажем, в три раза больше, чем приглашенная, да, чем та, которая уже есть в штате. И поэтому, конечно, за формой, за своей физической, с физическим своим внешним видом, конечно, очень нужно следить. И очень на это обращают внимание. Вот сколько я не ездила по агентурам прослушиваться, конкурсам, этот момент учитывается чуть ли одним не из первых, наряду с техникой, конечно. А отличается, как бы, звукоизвлечение? Вот ты прекрасно похудел за пандемию. Все, включая меня, за пандемию обычно стараются, не то что стараются, мы просто расплылись, да. А ты наоборот. А меняется ли голос? Потому что когда там худеть скрипачка, худеть пианистка, то стулу легче, когда худеть органистка, лавки легче, да? Что у вас? Да, да. Конечно, голос меняется, но все-таки я считаю, что зависит он прежде всего от хорошей, стабильной техники, нежели чем от какого-то процесса похудения. Когда певица приводит себя в форму, конечно, она должна думать о том, как она это делает, и насколько быстро происходит этот процесс. Чем медленнее он происходит, тем аккуратнее получается все с голосом. И очень нужно за этим следить, конечно, моментом. Потому что если резко что-то сделать, то голос, он первый, кто может пострадать. Поэтому все надо делать вдумчиво и аккуратно, чтобы, вот, как ты заметила, он не поменялся как-то кардинально. Да, чтобы и краска не поменялась. Какой у тебя теперь тембр? То есть, да, ты была меццо-сопрано, сейчас у тебя, то есть, делят лирико-колоратурное, драматическое сопрано. К какому ты причисляешься? Я бы сказала, что скорее лирико-драматическая сопрано. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я стану драматическим сопрано, но это тоже вопрос, конечно, работы, вопрос времени, как говорят, заматереть. А почему ты так прям хочешь стать драматическим? Ну, не знаю. Мне кажется, это связано, конечно, с репертуаром, который пастен драматическому сопрано. Я бы хотела, конечно, петь этот репертуар. Вот. Но то, что сейчас у меня в работе, это, в принципе, уже одной ногой в драматическое я. Ну, расскажи нашим слушателям, о каких ариях ты мечтаешь именно от этого драматического репертуара. То есть к чему ты хочешь стремиться, а потом расскажешь, над чем ты работаешь. Я, конечно, мечтала бы исполнить партию Иоанны из оперы Чайковского, моего любимого, «Орлеанская дева». Uh-huh. Это вот я когда-то брала ее в работу, но, конечно, тогда я была еще слишком зеленая. Конечно, я бы хотела исполнить арию, исполнить партию Эболи из «Дон Карлоса» и, конечно, Лизу. Я считаю, что Лиза — это все-таки драматическая партия, хотя ее исполняют и достаточно высокие сопрано, но партия больше все-таки подходит для драматического голоса, потому что даже в сравнении с Татьяной, она, голос должен быть мощнее, плотнее, она более драматическая по своему наполнению, по содержанию, по всему. Вот. И, в принципе, да, вот то, что как раз сейчас у меня в работе, оно очень близко к тому, к чему я стремилась всегда. Например, Татьяна — это вообще партия моей мечты. Uh-huh. Но я все равно надеюсь, что я исполню своего любимого Татьяна, который, в общем-то, написан для меццо-сопрано, но, как правило, его поют вот как раз такие достаточно высокие меццо, которые, в принципе, можно считать и сопрано, uh-huh. как считают. Нет четкой такой градации. Вот, например, Элина Гаранча, она признанная меццо-сопрано, но тембр у нее, на мой взгляд, сопрановый. Она имеет хороший драм сопрано. Но, тем не менее, она поет меццовые партии, потому что ей они удобны. Угу. Вот. Почему ты решила переквалифицироваться? Тебе стало более удобно или как бы все-таки сопрано считается более престижно?
Ой, ты знаешь, наоборот, сопрано, да, оно может быть более престижно, но сопрано очень много. И, конечно, я думала, когда я переходила, о том, что, ой, столько сопрано, чтобы быть хорошим сопрано, надо показывать что-то такое, что не показывают другие певицы, и надо действительно чем-то удивлять. И иметь меньше, конечно же, меньше, но так сложилось, что я вот сейчас анализирую всю свою вот эту вокальную жизнь, вокальный путь, и понимаю, что, в общем-то, большинство педагогов мне и говорили, что вы сопрано, и вам надо учиться по направлению сопрано. Но вот кто-то меня однажды убедил, даже не скажу сейчас кто, убедил, что нет мэтса, и вот, наверное, тембр сбил немножко с панталыку тогда педагога, потому что тембр, в общем-то, такой достаточно мецовый, но вот как Густой такой, оказалось, да? не очень удобно мне в этом репертуаре. Я сейчас себя чувствую очень хорошо. Я Но рада. а когда ты вообще начала петь? Сколько тебе было лет? Начала петь я в районе 13 лет, заниматься именно уже вокалом, 14, наверное. Это я училась в музыкальной школе, тогда я ходила на хор, и обожала хор, и пропускала в школу капитально. И наша чудесная хормейстер Роза Айратовна, она сказала: «Настя, давай-ка я тебя отведу к своей приятельнице, которая в этой же музыкальной школе работала, Ирина Михайловна Крылова, и она тебя послушает, и будешь заниматься уже индивидуально вокалом». Меня послушали, и вот началось с этого момента. С 14 лет я начала свой путь, очень Но это долгий. все было в Москве еще, ты как раз училась в школе. Я забыла, при консерватории или при Академии Гнесиных ты в школе училась? Я сначала училась вообще на отделении педагогической практики в Москве, а потом мы переехали, поменяли район, и пошла в музыкальную школу Игумнова номер 5, очень замечательная маленькая музыкальная школа Игумная, в центре Москвы на Покровке. Вот там вот туда я сразу пошла в 4 класс, потому что у меня уже была база. И там вот, собственно, я доучилась, еще дополнительно занималась. Тогда у меня этот перелом и произошел в сознании, что все-таки музыка — это здорово, и надо продолжать. Вот. Потом училище при консерватории, бакалавр здесь, в Риге, и магистр в Литве, в Но академии. все равно после колледжа ты еще успела поучиться на пиарщика. Почему все-таки? То есть ты металась или тебе хотелось получить какое-то дополнительное такое образование? Было до колледжа, я поступила раньше, потому что в момент, это был уже 2006 год далекий, в момент, когда я уже тогда, естественно, училась очень активно, занималась частным педагогом, готовилась поступать, но тогда моих... Хотела сразу в консерваторию идти, понятное дело. Какое училище, зачем оно вообще? Я же гениальная певица. И, конечно, я была не готова. Ну, положа руку на сердце, у меня для консерватории не было никаких совершенно оснований. Вот, поэтому мы решили, посвящались с родными и поняли, что, наверное, надо получить запасное образование, как план Б, на случай, если вдруг что-то не сложится с музыкой. Это очень такая история непростая, музыкальная жизнь, карьера очень непростая. Я пошла учиться на пиар-менеджера в культуре, в культурной сфере, и параллельно, да, поступила в 8-м году в училище. Уже учась тогда в университете. Какой твой это осознанный выбор стать музыкантом, и жалеешь ли ты о нем? Это осознанный выбор. Я жалею лишь о том, что тогда, когда я принимала ключевые решения, я не была, может быть, слишком до конца честна с собой. То есть я подсознательно знала и хотела, что я буду заниматься только этим, но лень и вот эта молодость такая немножко, и желание не позаниматься, лишний раз поспать, оно немножечко, конечно, со мной сыграло злую службу, но потом, слава богу, все выправилось. Я действительно осознала свои ошибки, осознала, как много надо работать, как надо этому отдаваться, и как никто меня понимает сейчас, что музыка — это все, это очень капризная барышня, которая не терпит никаких конкурентов. И, конечно, если ты ей занимаешься, то ты уже в этом процессе 100%. Тогда из тебя будет толк. Если это серединка на половинку, это ничего не изменит. Почему решила переехать в Ригу из Москвы? Мне кажется всегда, что Москва – город больших возможностей, там столько театров, у нас только один здесь театр музыкальный, а в Москве их просто более десятка. В Ригу я переехала, потому что я познакомилась с покойной Анетой Гаранчей, замечательным педагогом,
которая работала тогда в оперном театре, тогда еще был Жагарс, художественным руководителем. И я с ней познакомилась в 2010 году и совершенно случайно поняла, что я хочу у нее учиться. Она меня прослушала, и я, конечно, о ней знала, что это есть такой педагог, что это мама Элины Гаранч, знаменитой певицы. И я очень захотела приехать. Ну и потом с Ригой вообще связаны у нас в семье много-много интересных моментов, важных. И, в общем-то, не просто какой-то город новый. Это город, в котором я очень много раз бывала и люблю его всей душой. У тебя дедушка же, кажется, здесь или родился, как-то связан был с Ригой, твой дедушка. Дедушка мой строитель заслуженный, он здесь строил несколько объектов, один из которых всем известный центральный вокзал. И порт Венспилс. И в 1961 году он сюда приехал на практику от института. И вот так с Ригой тоже у него и пошло. С далекого 61-го года. Ты окончила здесь бакалавриат в Латвийской академии музыки. Почему решила не здесь продолжить обучение, а поехать в Литву? Ты знаешь, я решила, как говорят, сменить картинку. Поняла, что хочу попробовать другое место для обучения. Плюс я познакомилась с замечательной Риной Малковичут и попала к ней, нее закончила. Ну и в целом я, пока мы учились здесь на бакалавре, у нас часто к нам приезжала академия, мы ездили к ним с концертами, и мне как-то очень импонировало это учебное заведение. Я решила, что почему бы там не поучиться. У них очень обширные международные программы и поездки. Они приглашают огромное количество агентов, они устраивают прослушивания. Я пока училась там, очень много ездила от академии. И, в принципе, да, там, конечно, в плане какого-то развития, скажем, не в рамках страны, а дальше, да, там, конечно, дела чуточку лучше обстоят. Я поэтому решила, что пора бы мне попробовать себя в другом месте, и почему бы нет, собственно говоря. И вот это, в общем-то, получилось судьбоносным таким моментом, потому что я помню прекрасно наш дипломный спектакль «Фальстаф». Давай, Настя, про дипломный спектакль как раз расскажешь после небольшой рекламной паузы. У нас в гостях сопрано Анастасия Лебедянцева. Не отключайтесь, дорогие друзья, скоро вернемся. День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Мы с тобой, Настя, закончили на том, что ты участвовала в дипломной постановке оперы «Фауст», правильно? Или «Фальстаф»? Это тебя единственная сейчас комическая опера Джузеппе Верди. И примечательно в этой постановке то, что, во-первых, она ставилась без купюр. Это очень большая опера на 3 акта с огромным количеством ансамблей. Просто
Полном. Там практически вся опера — это ансамбль, это общие сцены. И мы ставили ее не просто, как принято обычно в академиях, да, спектакли дипломные делаются под рояль. В нашем случае это был целый оркестр академии, то есть с нами там вступали ребята, которые сами учатся и работают уже вот в этом, выступают в этом студенческом академическом оркестре. Дирижировал нами замечательный маэстро Сташкус, который, собственно, также является дирижером Литовской национальной оперы. И настолько успешно и с таким вообще, с таким замечательным фидбэком вся эта опера прошла, что у нас очень у многих ребят после этого, ну, нельзя сказать, пошла карьера, но такой был хороший старт для многих ребят, в том числе и для меня. Я спела вот Quickly партию, это меццо-сопрановая партия, такая комическая, и мне было предложено прослушаться в опере, после чего я получила две партии, была приглашенной солисткой, спела партию Орловского в это в Литовском оперном театре все. Штрасса, и также потрясающую, изумительную партию Сузуки из оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Настя, ты поменяла интернет-подключение, сейчас стало хуже, потому что, да, то есть плывет звук, и появилось такое эхо. Дорогие друзья, у нас в гостях сопрано Анастасия Лебедянцева, несмотря на то, что она тоже находится в Риге, но проделки интернета, они все равно, где находится человек. И Настя как раз рассказывала о том, что они ставили оперу «Фальстаф» Джузеппе Верди в Академии Литовской. После этого она получила два оперных спектакля, да? И, кстати, именно благодаря, да, наверное, этому, уже после спектакля тебя стали приглашать в концерты с Литовским симфоническим оркестром. Да, да, это было все в процессе. Мы с маэстро Петренцем были знакомы еще по нашей опере Латвийской национальной, когда он был еще главным дирижером. Это было при временах Жагарса. Мы с ним были знакомы, но я никогда с ним до этого не выступала. И вот, да, так получилось, что меня пригласили спеть в трио как раз-таки «Октавиана», замечательное трио «Подношение розы», это заключение, финал оперы, очень красивое такое. Мы пели там с двумя литовскими солистками. А помимо творческой деятельности, достаточно активно, ты еще занимаешься и благотворительной, и каждый год отвозишь в детские дома необходимое, да, то есть один год ты отвозила музыкальное оборудование, в этом году собирали какие-то вещи. Расскажи об этой своей деятельности. Да, я стараюсь помогать. Есть такой детский дом в Даугавпилсе, детский дом «Калкуны». Там живут дети с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Это место, где работают удивительные люди, с которыми мы в очень дружеских отношениях. И я стараюсь с ними контактировать как можно больше и периодически организовываю акции. Большое спасибо, вот хочется сказать, всем тем людям, которые всегда откликаются на мои предложения организационные. Это мои друзья и знакомые, ученики, и те, кто меня знают. И, конечно, если бы не эти люди, было бы гораздо сложнее. Вот. А с ребятами из детского центра я познакомилась, кстати, на конкурсе в Даугавпилсе вокальном, где я была членом жюри. Там выступало два моих ученика, еще одна вторая такая моя ипостась. И там вот как раз выступали ребята, они из этого детского дома, они занимаются музыкой, пением. И вот мы тогда с моей коллегой Лерой Штейн, которая является также педагогом вокала, мы с ней организовались и приехали, сделали такой для них большой мастер-класс и занимались с ними. И вот после этого у нас пошли дружеские отношения с детским домом. Замечательно. В принципе, ты ежегодно эти акции устраиваешь. Да, да, стараюсь. Хотя бы два раза точно, чтобы ходила. Концерты там даете? С концертами пока не получается. Мы только вот
Получается, уже 2 года назад мы сделали это, ну, привезли туда оборудование, закупили его. И потом на следующий год мы должны были приехать, но вот случилась пандемия в мире, и немножко наши планы поменялись, но мы это дело обязательно... Лера, кстати, приезжала туда с концертом, мне пока не удалось, но я приезжала туда с групповыми уроками вокальными. Да. Ну, кстати, да, ты, у тебя большое время занимает, много времени занимает именно педагогика. Какой вокал ты преподаешь, оперный или эстрадный? Я преподаю эстрадный вокал, современный вокал. И, соответственно, как оперная певица, да, я не могу никаким образом петь эстрадную музыку в оперной манере. Конечно, мне пришлось за эти 5 лет, что я работаю, мне пришлось многому научиться, понять, в чем же различие между этими двумя направлениями, понять общее, понять различие и объяснить это максимально понятным языком ученикам, потому что, конечно, это такой вообще момент педагогики, он очень непростой, потому что ты вроде знаешь, что ты хочешь сказать, но это же еще нужно объяснить. У всех разная психология, у всех разное восприятие. Дети очень разные, взрослые очень разные. Конечно, это момент и подстроиться, понять, почувствовать человека. Научить его анализировать. Вот это у меня занимает огромное количество времени. Все эти техники познать, понять, сделать самому, чтобы люди потом могли воспроизвести. Ну, так что... Кстати, играть современную музыку на том же органе, на фортепиано, не представляет сложным. То есть не нужно специально переучиваться. Там не должна быть отдельная постановка руки или ноги. А вот... Вокал же совершенно другой, то есть совершенно разная постановка голоса, разное звукоизвлечение, и насколько вот легко совмещать, и не мешает ли одно другому? Вот именно ты тебе. Знаешь, поначалу мне, конечно, немножечко это мешало, но опять-таки я это все связываю с недостатками своей оперной техники, да, с тем, что тогда у меня еще что-то не получалось. Ну, не что-то, довольно многое, а такие маленькие секреты я сейчас открываю о себе, но ничего. А потом в процессе овладения техникой, я до сих пор в этом процессе, я буду в нем еще много лет, когда голос становится крепче, сильнее, и ты лучше начинаешь понимать, что ты делаешь, научиться чему-то еще, может быть, даже совершенно отличному от того, что ты делаешь, уже не так сложно. И оперу, и эстраду на самом деле роднят такие вещи, как звукоизвлечение. Именно, я имею в виду именно вот момент связок, смыкание голосовых складок. Это то, что роднит эти два направления совершенно разных. И дыхание. Дыхание, оно нужно как оперному певцу, так и эстрадному, так и джазовому, и рок, и важно. Ой, это дыхание каждому человеку нужно. Мы говорим только на дыхании, да? То есть вдыхаем, конечно, и потом на выдохе все говорим. У нас в заставке есть замечательная цитата Ларисы Царьковой. Там она рассказывала об органе в угол, что вот если нужно взять ноту до, то нужно ей фактически там повернуться так, совершенно в другую сторону, чтобы дотянуться до этой ноты до, ногой. А вот есть у вас для того, чтобы дотянуться до ноты до третьей октавы, каким-то образом так встать, чтобы эту ноту взять? Вот здесь самое кроется, на самом деле, одна из ключевых ошибок. Ни в коем случае, когда мы поем гамму, скажем, или какой-то ход наверх, на высоких нотах, мы ни в коем случае не должны дотягиваться. Мы должны всегда понимать, что наш голос пришит внутри гортани, что он никуда не уезжает, он никуда не девается. Мы должны максимально расслабить свой аппарат и сатаковать ноту в том месте, где это необходимо сделать. И вот как раз-таки я работаю, в основном работаю с зажимами, да, с людьми, которые зажаты, у которых есть блоки. И вот этот основной момент я всегда объясняю в самом начале, что высоты нет. Это только то, что мы слышим, это только интенционный момент. Связкам, как абсолютно физическому органу, им не надо тянуться, чтобы достать. Нет, Настя не поняла мой вопрос. Скорее, совершенно. Ты не поняла мой вопрос. Я имела в виду, что есть определенно. То есть вот, когда тебе спеть ноту до второй октавы, это ничего не стоит. А спеть ноту до третьей октавы, нужно ли тебе как-то особым образом встать, вздохнуть?
сделать каким-то руки по-другому, потому что часто, когда наблюдаешь за певцами, да, то есть, ну, за любым исполнителем есть определенное телодвижение, когда играют. И вот я рассказывала как раз про органиста, который для того, чтобы невысокого роста, для того, чтобы дотянуться до ноты до, именно дотянуться, потому что она далеко находится, нужно наклониться. Точно так же я спрашиваю, не дотянуться физически, а просто взять хорошо эту ноту. Есть ли у вас взаимосвязь тела и голоса? Ну, конечно. Конечно, это атака, это должна произойти очень серьезная атака. Причем, если мы говорим о ноте до третьей октавы, это, конечно, уже не будет эстрадным звукоизвлечением, это будет именно академическим, потому что эта нота будет направляться конкретно совершенно в купол, будет взято очень хорошее дыхание и будет сумасшедшая концентрация именно перед атакой звука. Да, тело, как ты верно сказала, будет соблюдать стойку, будет находиться в таком собранном, в тонизированном состоянии, никакого расслабления, конечно. Концентрация, внимание и вперед, не бояться. И открытие, конечно, открытие рта. Насколько в театре сложно, то есть там же сейчас фактически театральная режиссура. Если посмотреть постановки 20 века, то в основном это были, как сейчас говорят, концертные исполнения. Да? То есть это были красивые декорации, красивые костюмы. Но певицам не нужно было бегать, им редко нужно было петь, стоя на коленях еще и лежа. Да? То есть все-таки это была редкость. Вот как сейчас приходится вот это все фактически переквалифицироваться и в себе все совмещать. Вот в этом-то как раз и заключается основная сложность. И здесь-то как раз мы возвращаемся к началу разговора, мы вспоминаем про супер хорошую подготовленную физическую форму. То есть действительно певец — это уже на данном этапе это цирковой артист. Бывают такие постановки, где и вообще чуть ли не кверх ногами ты поешь, и ты ездишь на декорациях по всей сцене, и лежа, и сидя. Лежа — это вообще, это уже считается как по умолчанию ты должен уметь это делать. Это, конечно, очень трудно. Царство режиссерской оперы, я надеюсь, что все-таки когда-нибудь оно поменяется и будет снова царство дирижеров в театрах. Вот. Но сейчас пока режиссер, идея вперед, и, конечно, режиссеры не всегда понимают вообще, как певец может это все сделать. У меня, кстати, вот что далеко ходить, у меня был такой случай, я могу рассказать о нем. Мы ставили здесь, в Латвии, Риголетто, Марго Залита ставила его. И очень сильная постановка, может быть, ты даже на ней была. И у меня там была малюсенькая партия пажа, которая длилась ровно 15 секунд. Состояла она из буквально там трех фраз на пяти нотах, диапазон всего 5 нот у меня был. И у меня был очень ответственный момент. Мне надо было выбежать во время арии Риголетто. Мне надо было выбежать на сцену, залезть по ступенькам на декорацию, а лучше на нее запрыгнуть с других ступенек и спеть быстренько свой этот мажорный маленький кусочек, вставочку внутри арии. Ну и я помню прекрасный день премьеры. Я стою. Еще сложность была в том, что надо было совершенно в другой тональности вступить. Ария в норе, а мне надо было вступать в мажоре. Высоко достаточно. И я помню этот момент, когда я стою, слушаю, значит, эту ноту, ре-ре-ре, так я с ноты ре. И вот, наконец, я досчитала, я выбегаю, начинаю, значит, этот процесс восхождения на декорацию, и не с той ноги я на нее залезаю и рву связку на колени. Но каким-то образом я собралась, боль была невероятная, я собралась, спела, и потом каким-то тоже чудесным образом уковыляла за декорацией, легла, и вот больше я не вставала, и потом полтора месяца я восстанавливала колено. И вот такой был у меня случай. То есть вот к чему приводят не всегда осознанные какие-то постановки, да, и моменты в этих постановках. Ну, надо же думать, что ты делаешь с артистом. Вот такой случай у меня был. Смогла бы ты отказаться от воли режиссера? Например, тебя пригласили в какой-то прекрасный спектакль с суперсоставом, а тебе бы там пришлось бы выступать в неглиже. Согласилась бы? Сложный вопрос. Знаешь, наверное, на данном этапе я очень соскучилась вообще по пению. Конечно, думаю, что нет. И, конечно, совсем... У меня есть принципы, как у любого артиста, принципы, да, которые я никогда не нарушу. То есть я считаю, что в театре
есть список вещей, да, которые на сцене артист делать не должен. Да. Это такой неореализм, как говорится. Да. То есть я присутствовала даже в России в драматическом театре пару раз, где не буду в эфире говорить, что они там делали, но было очень неприятно, мерзко, и я считаю, что этому не место все-таки в храме искусств. Вот. Есть вещи, конечно, которые делать нельзя. Вот по поводу неглиже, по поводу, может быть, совсем голого тела, я все-таки, наверное, против, потому что для этого есть статисты, для этого есть артисты специальные, которые... Вот. Но нет, я считаю, что совсем такое вот я пытала ужас сделать, но, конечно, если нужно было пробежаться вниз головой, петь, я бы смогла. То есть вниз головой петь ты уже научилась? Ну, тренируешься, дома стоит станок. Когда я жила в общежитии при Московской консерватории в Москве, то... Вокалисты всегда любили в общем душе распеваться. И вообще у нас такая была коридорная система. И вот один вокалист другого приветствовал таким поставленным голосом. Но не все вокалисты так разговаривают. У тебя достаточно такой спокойный голос. И слушая тебя, не скажешь, ах, точно, это точно вокалист. Да. В чем отличие? Почему некоторые певцы даже в разговор переносят вот эти музыкальные интонации? Ха-ха-ха-ха. Ну что вы? Люблю дирекцию, как в фильме известном. Ты знаешь, это называется говорить в маску. Я когда-то, когда еще была в училище студенткой, я смеялась над педагогами, которые меня очень часто останавливали в коридорах и говорили: «Ну, Настенька, ну ты совсем не резонируешь, ну резонируй при разговоре», вот таким образом. Я очень смеялась, думала, что зачем, можно же говорить и сиплым звуком, и все. Сейчас я стараюсь все-таки на это обращать внимание и говорить поставленным звуком. Почему это важно? Объясню. Когда человек все время говорит в обычной жизни снятым звуком, да, с несмыканием голосовых связок, вот примерно таким. Ты уже так не умеешь. Начинает подсаживаться. И когда он начинает свой вокальный урок или он начинает где-то петь, выступать, связкам нужно гораздо больше времени, чтобы прийти в тонус, прийти в форму, и это не очень полезно на самом деле. Когда они привыкают к такому режиму работы, им уже сложнее собраться. Вот, поэтому, конечно, желательно вокалисту разговаривать с таким поставленным звуком, не очень громким, но без сипа, без хрипа. То есть время декламировать. Да, резонировать. Вот, обязательно резонировать. Я называла декламировать, это резонировать. Да, замечательно. У тебя очень много записей в Ютубе. Какую бы посоветовала, вот какая твоя самая любимая, посоветовала бы слушателям послушать с твоим исполнением? Знаешь, вот мне очень нравится запись с нашего с тобой концерта «Русских романсов». Я, кстати, насчитала 8 концертов совместно. Которые, да, были за эти годы. Вот, это запись последнего концерта, как раз, где мы с тобой исполняли арию Любаши из «Царской невесты». Ты очень любишь эту арию, да. Я знаю. Да. Вот. Там я еще меццо-сопрано. Очень хорошая запись. Спасибо большое Борису и Павлу Переверзевым за эту запись. Вот эту. Потом с конкурса «Манюшка» я бы посоветовала послушать потрясающий роман «Смутно-Ржека», польский, Шопена. Очень красивая музыка, просто пробирает, да, вообще до слез. И я еще выложена у меня на моей странице в Фейсбуке, есть ссылки на концерты как раз с филармоническим оркестром в Литве. Это новогодний концерт 19-20 год, где мы пели с Екатериной Третьяковой, вообще и сольные арии, в том числе и дуэты. И также выложена от 20 года запись нашего трио «Кавалер Розы», где я уже сопрано, хотя еще было написано, что мецо. Но тем не менее, там я уже полноценно сопрано, и дирижер об этом знал. Вот, это очень красивый, вообще потрясающий терцет, вообще опера потрясающая. Очень советую послушать. В Ютубе выложить не могу, авторские права, но вот у меня можно найти. На страничке, да, в Фейсбуке. Поднять, да. Могу запись. Да, я публикую после нашего эфира, можно будет как раз послушать эти ссылки. У нас в гостях сопрано Анастасия Лебедянцева. Буквально осталось 4 минутки, даже 3 минутки нашего времени. Всегда люблю
задавать вопрос. Если бы ты не была музыкантом, кем бы ты была? Я вспомнила, как я в детстве мечтала быть водителем троллейбуса, играла даже в троллейбус. Ну нет, конечно, это шутка. Знаешь, наверное, я бы стала врачом, потому что я даже собиралась поступать на клинического психолога и даже ходила в институт на день открытых дверей. Действительно, очень так серьезно собиралась, но все-таки судьба меня отвела, и я не жалею. Но вот у меня, да, был такой план, что я буду врачом. Какие я рада, сейчас... что я стала врачом. Я рада, что я музыкант. Ну, ты фактически врачуешь людские души теперь. Поешь. Работаю с психологией тоже в том числе. Учу людей любить музыку, любить этот процесс, любить свое тело, иметь управлять этим телом, чтобы воспроизводить потрясающие песни, коих написано огромное количество. Поэтому, да, своеобразный музыкальный доктор. Так и есть, да. Расскажи, над чем сейчас работаешь, какую партию готовишь? Сейчас я как раз работаю над новой программой. Надеюсь, что будет концерт. Разучиваю Рахманинова, уже сопрановые романсы. Разучиваю партию Татьяны. Отдельно, если брать арии Лизы, арию Тамары, арию Амелии из «Симон Боканегра». Кстати, эта опера сейчас у нас поставлена в Латвии. Очень красивая тоже музыка. И также вот подготавливаюсь к нашему с тобой концерту в сентябре в Москве. Да, в Кусково мы будем с тобой. У нас будет такая премьера. Это концерт для голоса симфонического оркестра Микаэла Леоновича Тривердиева. Но вместо симфонического оркестра будет традиционно орган. И такой будет концерт. В этом году ему исполняется 90 лет, Тривердиеву. И вот как раз Настя, потому что у нее, она является также гражданкой России, сможет приехать и принять участие в закрытии 11-го фестиваля «Органные вечера» в Кусково. И почему именно я пригласила Настю на этот концерт? Потому что мне не хотелось его просто так выучить, потому что там достаточно сложный концерт, но очень интересная музыка, чтобы можно было потом исполнить именно здесь, в Риге. И я думаю, что после того, как мы сыграем этот концерт в Москве, мы познакомим уже наших любимых рижан в какой-нибудь церкви с этой потрясающей музыкой. Дорогие друзья, у нас в гостях была Анастасия Лебедянцева, сопрано. Послушать наш эфир можно еще раз в Фейсбуке, и именно там в комментариях я публикую ссылки на ее записи. Хорошего вам дня, до новых встреч. Настя, спасибо, до свидания. Спасибо за разговор, счастливо. На одной волне с городом. Радио. С 30 марта по 5 апреля зайди в свой аккаунт «Палдес» или приложение «Максима», сыграй в пасхальную игру и получи выгодные предложения каждый день. Тем временем полевые огурцы 2 евро 39 центов за килограмм, свежая утка 2 евро 99 центов за килограмм и на яйца «Балтикова» скидка до 40%. «Максима» напоминает, сейчас более чем когда-либо будем соблюдать безопасность при покупках и в повседневной жизни. «Максима», чтобы всего хватало. Что делать? Как что? Покупай «Мезеитис». Собери 30 красных проб.